воспевается. Я вообще без всякого удовольствия об этом говорю. Она давно стерла личность, она ходит на балкон за белым вином вместо воды. Это просто, так сказать, жидкость, которую она употребляет в качестве, так сказать, утолителя жажды. И это происходит уже очень давно. Она не рассчитала свои силы когда-то давно, когда её уничтожил просто. Ну, потратив на это много денег, энергии и, так сказать, зловредности Сулейман Керимов. И он тогда стоял, естественно, за всем тем безобразием, которое устроил Иксанов, когда устроили ей контрольное взвешивание, рассказывали о том, как она не соответствует там каким-то стандартам и так далее. Но ей бы тогда, вот сколько это уже лет, 15-20, может, назад, было бы надо бежать в какой-нибудь Лондон, где она незадолго до этого открывала в гастроли Большого театра, значит, «Танцуя», между прочим, «Лебединое озеро». То есть тогда она вообще-то соответствовала, значит, а через буквально каких-то там полтора-два года вдруг перестала соответствовать. Но она почему-то посчитала, что она такая вся из себя растакая, все везде ждут и хотят, а он там, подумаешь, один из оказался очень коварным и поставил это на поток, решил, что это дело его жизни, вот, и, соответственно, добился того, что она была настолько унижена и подавлена, что в конце концов она просто, ну, видимо, еще и находил ей каких-то там друзей, подруг, которые ей говорили, что чем больше выпьешь, тем, соответственно, быстрее, так сказать, решишь свои проблемы. Ну и вот, в конце концов, к тому состоянию, в котором она пребывает уже последние лет 10, она шла долго и не щадя свой организм, и, в частности, подозреваю, что печень. Вот в этой части, наверное, ей мало равных. Но, как вы видите, она, несмотря на, казалось бы, вот этот изнурительный график, продолжает шокировать теперь уже, настоящим уродством, которое стало следствием, видимо, вот этих травм пережитых и в дальнейшем алкоголя. И теперь уже, конечно, все, что происходит, это я даже не могу понять, насколько она вообще отдает себе отчет. Мне кажется, там уже вообще ветер гуляет. Вот. Добрый вечер. Меня часто спрашивают особо одаренные подписчики, зачем? Зачем вы показываете Марию Максакову? Очень просто. Здесь все очень просто. Затем, что когда она в следующий раз вернется, а она возвращалась, я напомню, что она эмигрировала на Украину в 16-м году, а 3 года назад она приехала с триумфом. Здесь просто прошлась по федеральным каналам, раздавала интервью за деньги, мелким бесом вокруг нее вообще все ходили. Так вот, когда она в следующий раз приедет с таким же триумфом и будет ходить здесь как победительница, чтобы хоть кто-нибудь вспомнил, что она в течение этих лет говорила. Потому что она говорила и до своего возвращения тогда, в январе 21-го года. Человеческие отношения. Вот вы упомянули зависть. Вам кто завидует, вы считаете? Только балетные или... Нет, это общественность. Это в основном, конечно, женщины. Ну, я думаю, что... да. Вот мужчины что будут завидовать? А вы знаете, мужчины тоже завидуют. Мужчины будут завидовать тем мужчинам, которые с вами, может быть. Это в первую очередь. Угу. Но еще, как ни странно, завидуют складу моего ума, умению общаться, умению... грамотно изложить и донести свою мысль, умение общаться с людьми, с большой общественностью и с большим электоратом, я должна сказать, посредством и своего творчества, и своей концертной деятельности, и умение во время концерта донести любую мысль, которая мне интересна, которой я могу поделиться. Я могу сказать, что даже вот в мире политики я могла бы составить очень большую угрозу. Когда вы про электорат сказали, я так подумал, что через 6 лет вы не собираетесь выдвигать свою кандидатуру. Нет, я не собираюсь. Угу. А скажите, Евгений, вы считаете реально, что нечему завидовать? Есть чему, поверьте. Угу. Люди не могут простить
успеха, красоты, свободы, независимости, умения оставаться самой собой, говорить правду, быть честной перед самой собой, потому что наш судья жизни самый главный – это наша человеческая совесть. Умение заниматься любимым делом и исполнять его профессионально, быть в такой форме, да, в 40 лет. Конечно, и надеть на себя мини-купальник на Мальдивах. Это же мое дело, в чем мне купаться на Мальдивах. Но даже этим шпагатам и ножкам, конечно, завидуют. Почему больше женщины? Я же смотрю, кто пишет мне там в той же Инстаграме комментарии. Я же, когда смотрю на эти рожи, прости меня, по-другому не могу сказать, мне все становится понятно. А у многих закрытые аккаунты с нулями, ноль публикаций, ноль подписчиков и одна подписка на меня, просто чтобы написать гадость. Сначала, Евгений, я очень сильно огорчалась. Но потом, когда я поняла, что происходит и кто мне пишет, мне стало все ясно, и я понимаю, что я на правильном пути. Потому что особенно, когда речь идет о шпагатах, я вот даже сделала такую, ну как, немножко провела аналитику, да, по комментариям. Вот если я выкладываю какие-то фотографии там с детками или концертные, все, вот как, знаете, не то, что там ноль реакций, ноль эмоций, но все равно не такой ажиотаж. Как только фотографию я выложила на яхте в Крыму, вот летом у меня была, ну как скажем, не так давно. Да, у меня есть друзья, которые пригласили на яхту, но я, как обычно, в шпагате. Так вы знаете, этот шпагат за час набрал 1 000 000 просмотров. Почему вас это удивляет? Меня уже ничего не удивляет. Просто я отношусь к этому теперь с юмором, даже, вот знаете, с каким-то стебом. Потому что я думаю, мои хорошие, если вам больше нужны шпагаты, так будут вам шпагаты. Я этим шпагатом хочу уже Крымский мост объединить, представляете? Волочкова присоединила и соединила, да? Две ипостаси. Вот о чем речь. Но я хочу, чтобы за меня говорила в жизни не громкость имени, а дела и поступки. Поэтому помимо шпагатов я умею делать и другие вещи. И если хотите шпагаты, и они вас так будоражат, то будут шпагаты. Но пусть они привлекают внимание, эти шпагаты, к социальным каким-то проблемам, которые я тоже пытаюсь осветить. А женщины, те, которые пишут, понимаете, они как, ну, может быть, у них беда в жизни. Может, их не любят, может, у них нет секса, нет любимого человека. Им не дарят белые розы, им не дарят белые майбахи, они не живут в роскошном особняке, как я. Они как еще представят эти шпагаты в постели с мужчиной, с любимым. Так вообще же, там не то, что локти отгрызут. Я думаю, что не только женщины, я думаю, что здесь больше мужчин. Ну и тоже, ну так понимаете, я же должна этим дорожить и восхищаться самой собой, что да, у меня такая форма. А я сегодня хочу сказать о том, что, вы знаете, одна из немногих людей, кто действительно людей приглашает бесплатно на свои концерты. А вы знаете, что за этим стоит? Вы сами знаете, мы сидим в этой студии, чтобы завести сюда свет, звук, декорации и всю другую вот эту историю антуража, это очень больших денег стоит. Это понятно. Не будут обсуждать. Пусть мой шпагат обсуждает больше. А мне приятно, вы знаете, если честно. Я вот готов допустить, что Волочкова работает без денег. Но это ведь все коллективный труд. Людям-то надо платить, которые работают. Так я работают. Об этом и говорю, Жень. Да. Что об этом и говорю. У меня участвуют 30 девочек, да, в проекте. У меня участвуют клоун, его жена Коломбина, мой партнер Рената Арифуллин, техническая группа, извините, это выкладка световой, звуковой партитуры, все, да, декорации. Я вчера чуть не разбилась на клетке, на собственной лебедке, которая куплена за мои собственные деньги, потому что просто, ну, условия зала не позволяли поднять на большую высоту, и, ну, я просто не хочу рассказывать эту историю, она реально была страшная, могла погибнуть. Но, тем не менее, я это делаю. Я делаю это от чистого сердца, и мне не важно, чтобы это кто-то заценил. Я просто точно знаю, что я на своем пути. Я не могу не танцевать. Вы знаете, когда вот начался вот этот такой, знаете, кризис, он начался, он у нас, по-моему, постоянный в нашей стране. Но ничего страшного, мы каждый из него должны выходить по-своему. И когда артисты сели вот так вот на диваны, у всех замолчали телефоны, потому что никто не приглашал на выступление. Кто-то говорил, а у меня гонорар там 2 миллиона рублей. Ну вот они сидели и курили. Кто-то бамбук, кто-то кальян, кто что мог. А у меня совершенно другой подход к этому все. Я просто знаю, что мне Богом отпущено определенное количество времени танцевать, делать то, что действительно, то, что я умею профессионально. И я не могла этого не делать. Поэтому я решила, что мне легче делать это вот так. Да, благотворительно. Да, вот так. И пусть об этом никто не говорит.
А вы вот поскольку достаточно активный такой обитатель соцсетей, не знаю, вы видели, по соцсетям реклама ходит с Барышниковым? Нет. Нет, да, я хотел с вами про это поговорить, потому что очень обсуждается, очень... ну, тогда, если вы не видели, говорить об этом не буду. А как вы вообще относитесь к тому, что люди из таких классических отраслей искусств, ну, балет, да, это, в общем, такая не совсем попсовая вещь, это такая классическая, снимаются в рекламе, рекламируя какие-нибудь вещи далекие, скажем, от классики? Ну, так это же замечательно, ну что, я не говорю, что это нет, я с вами не полемизирую, я спрашиваю просто ваше мнение. Анна Павлова в свое время, в свою очередь, рекламировала и обувь, и различные аксессуары, и представляла лицо определенных фирм, и если человеку дана известность, а еще, мне кажется, балет — это вообще такая красивая, таинственная история, почему же не использовать это для того, чтобы украсить чей-то бренд? Я вообще всегда, знаете, как-то скажу, мне было всегда тесно, было тесно всегда в рамках именно классического балета, поэтому я создала свое шоу, концертную программу, которая все-таки направлена больше на массовую аудиторию, чтобы привлекать зрителей и сегмент совершенно разный, и дети, и люди старшего поколения, и молодежь, чтобы была движуха, чтобы было современно, в то же время на основе неоклассики. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».